показали, что для того, чтобы ребенка обмануть, увести с того места, где вы остались, достаточно 20-30 секунд, и вы уже идете куда-то. Поэтому обращаюсь к вам. Ни в коем, первое правило, ни в коем случае не доверять никому, кроме родителей, учителей, близких родственников, которые общаются с вашей семьей. Неброская одежда, надвинутая на брови кепка, роль злоумышленника играет детский психолог. А чего ты тут одна делаешь? Вот, смотри. Детали разговора не так важны. Лучше внимательно следите за секундомером. Вот, женщина с тобой была. Тетя-то, она сейчас спросила про зеленую ленточку. Пойдем, она там. 6 секунд, и 9-летняя Настя уже следует за незнакомым мужчиной. 15 секунд, и они уже на полпути к выходу из парка. У меня уже все оборвалось, вот поверите. За похищением племянницы ее тетя из укрытия следит в прямом эфире. С каждой секундой она все отчетливее сознает. Проморгать ребенка — выражение совсем необразное. Эксперимент повторяет снова и снова. Пойдем поможем. Тут, наверное, ближе будет. И каждый раз с одинаково пугающим результатом. В той зоне, где вы играете, там, общаетесь и так далее, постоять ровно 3 минуты. И увидеть, какие там будущие. И узнать, как кого забудут. Потому что человек так устроен. Кто к нам обращается по имени? Мама, папа, учителя в школе, близкие друзья. Чужие люди не обращаются к вам по имени, потому что не знают. Если к вам подходит чужой человек и обращается по имени и говорит: «Валерия, привет, меня послал твой папа, он сказал, что надо отдать тебе штуку евро, поехали со мной». И куда ты идешь, спрашивается. Ты видишь меня первый раз, ты встала и пошла. Нет! Как нет? Я тебя уже до дверей довел. Вот Кирилл, я знаю 100% решение, как в эту ситуацию никогда не попасть, чтобы у потенциального преступника не было шансов куда-то вас увезти. Для того, чтобы вас никогда, никуда, никакой чужой человек не увел, надо придумать дома пароль. Условное слово, которое знаете только вы. Вы и ваши родители. У меня дома такое. И если кто-то за вами пришел, допустим, или кого-то родители послали, или вам человек подозрителен, вы говорите: скажи пароль. Если человек не знает пароль, говорит: да нет, вот, на, поговори с мамой, с папой, там, тебе скажут, хорошо, что... Нет, не буду ни с кем говорить, или пусть мне мама, папа звонят, или скажи пароль. Не знаешь пароль? Дяденька милиционер! Тут пароль! Этот дядя пароль не знает! Я